Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Друзья, сегодня мы будем с вами делать такое очень вкусное блюдо, как селедка, запеченная в духовке, предварительно замоченная в маринаде, и все это на свиной вертинке. Итак, приступим. Готовим маринад. Все наши составляющие выкладываем в емкость глубокую. Масло растительное, соевый соус, горчица, имбирь. Имбирь придаст, конечно, очень обалденный такой вкус. Лимончик, пол-лимончика. И все это хорошо перемешиваем. Селедку надрезаем где-то 3-4 сантиметра толщиной до кости с одной и с другой стороны. И выкладываем в глубокую емкость, в данном случае у меня это утятница, заливаем маринадом и оставляем мариноваться там на 2-3 часа. Желательно, конечно, вообще будет на ночь. Это будет, конечно, самый идеальный вариант. И так встряхиваем ее иногда, переворачиваем. На фольгу выкладываем нашу грудинку свиную и на грудинку нашу выпечку. Внутрь каждой селедки по розмаринчику. Розмарин придаст нам очень обалденный вкус. Поливаем соусом, закрываем фольгой и в духовку. Примерно на 30-40 минут при температуре 200 градусов. И за 5-10 минут открываем фольгу, чтобы наша рыбка. На гарнир у нас сегодня будет пюрешечка и помидорчики черри. Это моего друга помидорчики, Серега Смешко. Привет тебе большой, он меня угостил. 50 капель, думаю, под такое блюдо будет не грех. В сторонку пока. Ну и теперь разделываем нашу рыбу. Она, в принципе, сама распадается. Розмаринчик, сторонку, рыбка, конечно, бомба, аромат обалденнейший идет. За счет розмарина, специй, вот такая рыбка, друзья, ароматная. Друзья, ваше здоровечко. Друзья, благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.